за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. В Одессе есть такой народ, он весело живет. В Одессе есть такой народ, он песенки поет. Кого вы не спросите, вам скажут одесситы. Такие уж нас мама родила. Собиралась компания блатная. Там были девочки, Марина, Роза, Рая. И спутник жизни, батя шмаровоз. Усталый порт, но веснулый страх, и ветер стих. Одесса, мама, о-о-о, Одесса. Ночной маяк светит даль, на теплом море штиль. Одесса, мама, о-о-о, Одесса. На забаву дам пару эпиграмм, смеясь и плача пишет Пушкин. Город мой живет, шутит и поет, и в гости всех друзей зовет. Одесса, мама, мама, зеленая земля. Одесса, мама, мама, акации белый цвет. Где в таких краях не был счастлив я? Для меня земли дороже нет. Одесса, мама. Мама, зеленая земля, Одесса. Кстати, это моя песенка. А комик-тур по маске могла стать популярной еще в 1984 году, когда показала в программе «Вокруг смеха» свою миниатюру «Мана-мана» 1004. Почему никто не входит? В чем дело? Одесский ансамбль пантомимы «Маски». Сценка «Вокальный дуэт». Ты-т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 ы
Мана-мана. 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 Maybe you know, short story comedy clips. Maybe you have seen in several television. The task is over. The task is over is very nice. It's beautiful. It's marvelous. Oh, if the task is over is... Товарищ полковник, разрешите доложить. Задание выполнено. Будем жить! А это тоже комик компании «Маски». И опасна, и трудна. Если кто такой эксперт, то раз пошли на дело. Значит, мы насадим, даже и фуражка не видна. Злоумышленника много, но я буду смелым. Товарищ гражданин, предъяви документ. Ну почему же ты меня называешь? Нет. Я корректен, обаятелен и вежлив с тобой. Не груби, не хами, ты не рискуй собой. Товарищ полковник, разрешите доложить. Задание выполнено. Будем жить. Он документ. Ты кто, шпион? Или чей-то агент? А, вот в чем дело? Вот много лет. Ты плохой семьянин, ты не платил алимент. Руки вверх! Стреляю! Стой! Гражданин, вы задержаны, пройдемте со мной. А, ну-ка, гражданин, дайте нож и револьвер. Я милиционер, я всем детям пример. Товарищ полковник, разрешите доложить. Задание выполнено. Будем жить! Наш милиционер!
товарищ полковник, задание выполнено. Итак, дискотека! Коллективом. И именно в это время они начали разбирать проблемы жизни и смерти Адама и Евы, Гитлера и Сталина, даже Наполеона и Бонапарта. Итак, куплеты Мефистофеля в исполнении комик-труппы «Маски». На земле весь род людской, всюду чтит кумир священный. Он царит над всей вселенной.
телец золотой. Гумилей сердечно прославляя истукан. Люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном. Задайте мне вопрос, почему же все-таки комик-труппа называется «Маски»? Maski is the word,
Chapab. There's no mirror to everyone. Musky is a make-makeup tea. Musky is not serious or sweet. Make up a story. Make up a face. Want some fun. That's just the place. What is their story? What is their game? They will tell you the name. I only bother you with Pali Shalala. 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 So drop your business and go to the show. Musky is a show and there's nothing to show. Musky are right, when all other are wrong. When all are weak, only Musky are strong. Take your seat and cut out the noise. Listen today to Odessa's voice. What is their story? What is their game? They will tell you. Here's the name. I only bother you with Polish Shalala. 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 I only bother you with